начала 19 века здесь размещается Санкт-Петербургский университет, одно из крупнейших учебных заведений страны. Университет принадлежит еще несколько зданий, расположенных далее на набережной. Отсюда и название набережной – университетское. Еще одно примечательное здание – дворец первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга Александра Даниловича Меньшикова, знаменитого сподвижника Петра I. Это здание темно-желтого цвета с более светлыми деталями и высокой круглой сезоном. Меньшиковский дворец был первым каменным дворцом Петербурга.